Акира Куросава сказал однажды: человек должен бороться, чтобы жила надежда. 30 лет назад молодой японский режиссер прочитал книгу русского путешественника Арсеньева об охотнике Дерсу Узала. Тогда же родилась мечта рассказать на экране о человеке, который живет в гармонии с собой и природой. Мировую известность завоевали многие картины Акиры Куросавы. Дерсу Узала — 27-й фильм знаменитого режиссера. Этим летом творческая группа Мосфильма, возглавляемая Куросавой, начала съемки в Приморье. Приготовились! Мотор! Роль Арсеньева исполняет Юрий Соломин. Роль Дерсу Узала — артист из Тувы Максим Мунзук. Солдат Туртыгин Владимир Кремена. Так, дай им волю, так они, глядишь, и всю тайгу слопать могут, зеленые шишки. Ну, до этого не дойдет. Дай бог. Снимают фильм операторы Асахадзу Накаи и Федор Добронравов. Забыли, сказал Куросава, о том, что человек — это часть природы. Они хищнически истребляют ее. Об этом нужно кричать на всех перекрестках. Что касается меня, то я говорю фильмами. Меня слышишь, Ильян? Ну и то хорошо. А сейчас, я думаю, нужно выводить лошадей и людей. Вас понял, но посмотри движение. Хорошо. Приготовились! Мотор! Кинематографистов из 100 государств мира собрал 9-й Московский международный кинофестиваль. Добрая традиция московских кинофестивалей, вносящих свой вклад в борьбу за мир и дружбу между народами, нашла поистине всемирное признание. В лучших кинотеатрах москвичи и гости столицы увидели около 400 конкурсных и внеконкурсных лент, созданных на всех континентах Земли. Незабываемые фестивальные встречи. Одна из них на крупнейшей киностудии страны – Мосфильме. Гости присутствовали при съемке новой кинокартины «Тиль Улиншпигель». Жюри конкурса художественных фильмов, короткометражных и фильмов для детей и юношества стояли перед трудным выбором. На фестивале были представлены картины как известных мастеров, так и молодых кинематографистов из развивающихся стран. Золотые призы фестиваля присуждены советской киноленте «Дерсу Узала», созданной известным японским режиссером Куросава, «Земле обетованной» польского кинорежиссера Анджея Вайды, итальянской киноленте режиссера Эторе Скола «Мы так любили друг друга».